Яша, ежели что, поможешь моей жене, как уговорились. Исполню. Берите этого. Ага. Помоги. Так. Что? Кажись, отвоевал. Простите, скоро мы будем в Благовещенске? Часа через 4, если ничего не случится. А что может случиться? Стреляют иногда, мадам. Да-да, конечно. Золото есть. Золото? Господа, какое золото? Отец говорил, у вас всегда найдется на черный день. Да ведь именно ваш батюшка пожелал сдать советской власти наши золотые прииски. У меня ничего нет. Господа, я еду к дочери. Господа, я умоляю вас, дочь на сносях.
Аня, вы же дружили с моей Лизой. Я буду молчать. Не волнуйтесь, мы вам ничего не сделаем. Лизе от меня привет передадите. Эй, кто потерял? Давай сюда. А ты кто такой? Сейчас узнаешь. Да? Дриновая вошь. Мать твою, рука. Спасибо. Если бы не вы. Ничего, ничего. Давай, помогу. Ага. А где эта баба? Сбежала. А? Ну, черт с ней. Вот. Это не мое. А чье? Не знаю. А? Ого. Да, вот еще. Сколько здесь? Сразу трудно оценить. Ну, приблизительно. Годичная зарплата всего Дальневосточного края. Сколько? Годичная зарплата всего Дальневосточного края. От имени трудящихся Дальнего Востока и управления УГПУ объявляю вам благодарность. Служу трудовому народу. Вы здешний? Да, тутошний. Хотите у нас работать? Нам нужны такие люди, как вы. Понимаете, семья у меня. Сын 7 лет, а я его еще ни разу не видел. Так может быть, потом, когда повидаетесь с семьей? Да нет, пахать сейчас надо. Вот руки земли просят. О. Так что до свидания. Жаль. До свидания. Солдат, тебе чего? Вот. Домой пришел. Мария. Господи.
Господи. Девка. Я не об этом. Отец кто? Сейчас придет. Подожду. А мой где? Васютка? Терентия. Может, поешь? Подожду. А это кто? Смотри сам. Ну, что за гость? Алёшка, живой? Уговор исполнил. Исполнил? Об этом я не просил. Ну, не век же бабе по тебе сохнуть. Похоронили мы тебя. Поторопились. Что делать будем? А? Лёш. Откуда же я знаю? Марья, жена мне. Мы с ней повенчаны. И мне тоже жена! Мы тоже венчались! Не ори! Дитё испугаешь! Дом твой, хозяйство возьми! А Марью я не отдам! Да я 7 лет каждую ночь, каждый день шел сюда, домой, к родному сыну, к жене своей Марье. А ты? А ты? Ты спросил меня, как я жила эти 7 лет? Ты спроси. А я отвечу. Если бы не Яша, не быть бы твоему сыну живу. А Яша коней согнал, а доктора привез. Я себе слово дала. Выживет Вася. Буду я к его верной женой. Нас с тобой поп венчал. Нас Яшей судьба. Я же знаю, сколько я слез выплакала. Все ждала, что ты придешь. А теперь... Все забрал, дружочек верный. Подарками не побрезгуйте. Где мой сын? У Терентия. Зачем? Зачем он пришел?
Лёшка. Живой. Живой. Мой Васятка? А, да, да. Вася, подойди-ка сюда. Иди, иди, сынок. Вася, это твой тятька. Нет, мой тятя убит германцами. Сынок, я живой. Не, мой тятя герой. Да нет, я живой, сынок. Я же вернулся к тебе. Нет. Вась! Да погоди же! Василий! Ты, Лёша, Марью не вини. Нахлебалась она горе по самые ноздри. А Яков, казак хозяйственный, с фронта пришел с деньгами. Купил пару лошадей. Надел спахал. Дом починил. К Марии сыну твоему с лаской. Добрым словом. Долго она его сторонилась. И только прошлым летом... Да знаю я, что прошлым летом было. Красноармейцу Бутову за храбрость и преданность делу революции. Терентий, а Яков в партизанах был? Нет, Яков был у белых. По мобилизации. Ясно. Ты, Лёша, не кручись. У тебя сын есть. Не признал меня сын. Бог даст, признает. Не торопись, казак. Потерпи. Завтра на могилу к матери пойду. Принес. Здоров, Яков. Здорово, батя. Чего так поздно? Ты бы еще без портков ходил. У меня баба на вазу. Это Степанова жена. А где же брательник? А, дома. Дома поговорим. Когда хочешь входить? Не собрались еще. Степана ждал. А ты торопись. У вас пока что настоящей советской власти здесь нет. А у нас в Узейской уже на кордоне поставили пограничников. Устизей, пройдешь? Чаль к берегу. Там китайцы. Отвели место для станицы. Стройся прочно. Для детей. Им там жить. Деньги у меня есть. Да вот Степанова еще привез. Не нужны мне его деньги. Грабежом нажиты. Я не о тебе пекусь.
и о внуках. Им, внукам, на Амуре жить и Амуром владеть. Ты Анну береги, за ней прииски и знакомства в Шанхае. Ты куда? Посикать. Ну, иди. Лёшка Бутов воротился. Ну? Потребует сына ему отдать. Ну и отдай. Дело молодое, наживное. Детей наживешь еще. Может, еще и жену отдать. А ты не хочешь? А-а. Не хочешь, ну тогда держи. Держу. Ну и держи, Алешка будет мешать, убей. Супостата. Одним врагом меньше будет. И Бог тебя простит. Нет, батя. Через войну не переступишь. Зачем искала? Проститься пришла. Дожрите, я вас из дома не гоню. Одежу тебе принесла. Спасибо. Уходим мы на китайский берег. А этот чем плох? Яша говорит, тут жизни не будет. А там, значит, будет. Не знаю. Везде люди живут. Зато я знаю. 2 года в плену был. Свиньям. И тем лучше жилось, чем нам. Как же ты? Да вот так. Спалил черт твоей матери хозяина. И убег Марии. До дня такого не было, чтобы я не думал о тебе. Даже когда германцы повесить решили, я не Богу молился, я тебя звал. Держи ты мне сердце. Видишь, у меня дитя с Яковом. Ну, а сын Вася, наш родной сын, это что, не дитя, что ли? Мария. Поздно. Что поздно? Ну. Поздно. Ты прости меня. Мария. Прости. У меня тебе, кроме бабьей жалости, ничего не осталось. Мария. Прости меня. Сонда,
Хауху! Сунда Туанжа! Кто был? Хун Хуза, Лю Фан Чин. Кто? Лю Фан Чин. Жив бандюга. Ну как же так? Вас вон сколько. А их? Вы же белку в глаз бьете, а... Гольда, белка бьет, Олежка бьет. Зверя бьет. Гольду человека стрелять нельзя. Грех. Человек. Иной человек хуже зверя бывает. Ладно. Если хунхузы снова придут, зовите меня. Бутови. Алексей. Бог помощь, работнички! Спасибо, станичники. Это же надо. Третий день как пришел, а глаз друзьям не кажешь. А обиделся на что? Да нет. Обиды на вас не держу. Ты ж, ну, Ерофеечек-то, пусти же ты. Здорово, Гаврила. Здорово. Тогда, казаки, выпьем. Пойдем. Ну что, Терентий, надо, наверное? Наверное, надо. Ну что, чтоб казаки возвращались в родные края. Нет, 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 я эту заразу на дух не переношу. Ну, Алексей, расскажи, где тебя по белу свету мотало? Чего рассказывать, все было. 2 года плена, 5 лет сплошной войны. Был и у Буденного, и в Тухачевского. Все было. Лучше скажите, как вы тут живете? А что вам рассказывать? Сейчас 2 заботы у казаков. Одни пауги отлаживают, другие лодки налаживают. А вы часом... Не на китайский берег собрались. Балаболк. Да хунхузы по нашему берегу шастают. Думаем границу держать. А вы как? Сейчас, Алексей, казаки баб за подол держат. Вот и вся граница. Казаку без бабы никак нельзя. Казак без бабы словно шашка без ножен. Сейчас главное, Лёш, на дело вспахать. Это точно. Если не отсеемся, голодно будет. На рыбе да на ягоде хрен продержишься. Те, кто на китайский берег наладились, устроят вам пахот. С дымком. Вернетесь, наделав на головешки. А что с ними сделаешь? Сидят они тихо. До поры. Оружие забрать надо. Набьют нам морду. Да? Нас больше. Хозяин! Макей! Ну, чего? Ну, во-первых, здоров. Ну, здоров. Разговор есть. Здесь говорили. Оружие есть? Ну, какой же казак без оружия, а? Правильно. Надо сдавать. Кому? Тебе? А это не хочешь?
твою мать! Убью! Стоять! Федот Макеевич, что случилось? Оружие забирают. Фух, еле достал, а? Что это с глазом-то у тебя? Да, награблено что-то. Чтобы мне дали покрышки не было, чужое добро забирать! Господи, да что же это такое? Ну, а ты чего стоишь? Ты чего молчишь-то, а? Ты чего я пулемет отдал? Ничего! Мы ему все припомним. Чего ж не приходишь, сынок? Все не веришь, что я твой отец? Мне мамка все рассказала. А что мама сказала? Что ты нас забыл. А теперь приехал и хочешь забрать меня. Ну? А я не пойду. Я люблю мамку и дядьку Якова. Алексей, иди сюда. Это к тебе. Китайские люди на нас берег ходи. Еще по одному добави. Хватит. Чего надо? Не помешал? Помешал. Немедзоу, Минхен Цайшу. Где Ле Фанчин? Нет Ле Фанчина. Там Ле Фанчин. Наса не хунхуза. Наса бедные китайские люди. Мало-мало торговать ходи. Яска скажет. Чай у них торгую. В доме чай весь вышел. Значит так. Бедные китайские люди уходят на свой китайский берег и на наш русский больше не приходят. Понятно? Мимо. Понятно. Ага. Угу.
Спасибо. На китайский берег собрался? Собрался. Может, не пустишь? Ради тебя удержишь. А чего уходишь? Крови промеж нас много. Карателем был? Я казацкого рода не марал, Леша. Зато другие постарались. Яша, ты же амурский казак. И с хунхузами вяжешься. Да вспомни ты, деды наши и прадеды этот рубеж держали. Наш, российский. Было. А сейчас для кого этот рубеж держать? Кому служить? Отечеству, Яша. Какому отечеству? Плевать я хотел на такое отечество. С высокого места. Амурский казак. Амурский казак. Нет нынче казачества. И отечества. Если так, здесь тебе делать нечего. Уходи. Но сына своего я на чужбину не отпущу. У него мать есть, как она скажет. А я отец. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. И, закрыв его, ударяли по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. Сгинь. Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Ты куда? Погулять. А разговляться когда будем? Христос воскресе! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Откуда у вас эта сумка? Полчанин привез на Медне. А что, нравится? Очень. Я купил ее в Шанхае. В 1913 году. Кажись, где-то видел. А, на пароходе? Как ты меня нашла? Я тебя под землей найду, если не вернешь золото.
Ну-ну. Возьмешь 1/3, 2/3 вернешь мне. Щедро. Надо подумать. Этого тебе хватит на всю жизнь. А хочешь, пойдем со мной? Куда? Туда, за Амур. Да на кой хрен я ты там сдался такой? Мне нужен верный человек. В Шанхае у меня дома, в Харбине магазины. Твою часть золота помещу в банк. У тебя будет власть, деньги, красивые бабы. Жизнь, которая тебе не снилась, решай. Прежде чем о моей жизни рассуждать, ты бы спросила меня, есть ли золото или нет. Скажешь, потерял. Да нет. Я его просто сдал в ГПУ Благовещенске. И завтра поутру тебя туда сведу. Дурачком прикидываешься. Я же не одна сюда пришла, Бутов. Золото не вернешь? Жену и сына прикончим. А тебе камень на шее и в Амур. Понял? Вот ты где у меня. Да, с виду ты баба как баба. А я не только с виду. Можешь пощупать, если не веришь. Другой раз. Вот и договорились. За золотом приду сама. Жди. С ней еще один приходил. Старушки, опытный стервец. Я было пошел за ним, но он почуял меня и затаился. Это Яшка ее сюда привел. Сумку я у него оставил. Леша. Что? Начальство пожаловало. Сейчас нам по шее надают за самоуправство. Ну, это мы еще посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Я начальник Благовещенского ГПУ Кравченко. Что вы строите в пограничной зоне? Да вот собрались. Товарищ Бутов, здравствуйте. Здравствуйте. Да вот, порешили казаки границу беречь. Дозорную вышку строим. Ну что ж, лучшего места для погранзаставы не придумаешь. Это казаки у нас знают дело. Товарищ начальник, у нас тут и место подходящее для казармы найдется. Подумаем. Ну что у тебя в поселке случилось? Чего звал? Рассказывай. Позавчера баба ко мне приходила. Ну, та, которая с парохода сбежала. Велела золото принести. А иначе грозилась порешить так. И сына, и жену. Вот где она объявилась. Мы под Хабаровском рассеяли банду. Сбежало человек 10. Пленные сказали, что среди них был главарь с женой. Ротмистр Морозов. Морозов? Родом он из Узейской. Мать честная. Значит, это я старшего брата Яшки порешил? Какого Яшки? Да вот, полчанин мой здесь живет. Яков Парамонович с Узейской, точно. Выходит, там и пошли. Лодки что, были готовы через неделю? Соколика? 5. Ха. Раньше просила 10. А теперь 5. А все равно будешь платить за 10 лодок. Вот тогда и мы приедем. Яска, твой дом чужие. Кто? Пограничники.
Яшка, это плохо. Совсем плохо. Ждите меня здесь. Вернитесь. Домой вернитесь. Мама, деда куда повели? Не знаю, Вася. А этот дядька мой, он что у них? Главный, что ли? Ничего не знаю. А если б дядька Яков дома был, он не разрешил бы деда забрать? Наверное, не разрешил бы. Он у нас сильный. Вот уж, мама, я вырасту, когда я им всем голову поотрываю. За что забрали? Не сказали, сказали, нужен, мол, и все. Меня-то спрашивали? Спрашивали. Велели прийти в управу. Так. Кто привел? Но был кто из наших казаков? Дядя Бутов. Дальше я не пойду. Там двое, справитесь. Яша, а почему ты их не хочешь убить? Они мне сейчас живыми нужны. Я на них отца обменяю. Тогда это мало. Еще 15 монет надо. Дома остальные. После дела получишь. Яша, твоя очень умная. Моя тоже. Умная. Да, перевелись настоящие хунхузы. Спасибо, капитан. Спасибо. Моя, твоя берег больше не ходи. Теперь все. Да, давно я так не получал по соплям. А крепко сидит тебе эта наука, Терентий. Пластун, он всегда пластун. Твоя моя, должен Яска. За что? Работу не сделали? Время тратили. Переговоры вели. Давай деньги. Не дам. Яшка, Яшка, какая хорошая баба, Яшка. Баба возьмем, дети возьмем,
Давай все. Грабишь. Долг беру. Что же это, Яша? А за кордоном что будет? Кто нас там защитит? Да нам бы хоть какую помощь. Через неделю пахать нужно. Казаков в поселке ничем не удержишь. Из Благовещенска пришлю вам отделение пограничников. Если эти двое объявились, то и остальные где-то поблизости. Поостерегитесь, казаки. Понятно? За нами дело не станет. А пока граница на вас. Ну, здоров, рыбак. О, смотри, смотри, клюет же. Подсекай. Оп, опа, есть, смотри, касатка. На, подержи. Сейчас мы ее. Так ее берем, да? Ну, а как же. А чего же так мало водички-то, а? Надо побольше. Слышь, Вася, а почему ты к нам не приходишь-то, а? Дядя Терентий снарядил гусиной дробью патроны. Пошли бы вместе на охоту. А как же? А, Вась? Сынок! А почему ты не хочешь со мной говорить? Я же тебе добра желаю. А, на, вот, рыбу возьми. Сынок, ну почему ты не хочешь со мной поговорить, а? Дед Парамон нам целую торбу денег привез, а ты его в кутузку посадил. За что? Понимаешь, деньги-то у деда награбленные, они свои. Он хотел уйти на китайский берег и тебя с собой забрать, сынок. А мамка говорит, что там тоже люди живут. Правильно, живут. Но ведь тот берег чужой... А этот твой, родной. Если ты уйдешь, это же будет измена. Неужели ты хочешь, чтобы тебя называли изменником? А, сынок, хочешь? Я тебе не верю. Рано еще. Так и течением сносит. Его до меня сносит.
Он всех перебьет! Уся, а? Пробойно затыкай, утонешь! Анна, трупы сбрасывай, а то утонешь! Воду их! Да сбрасывай ты их, чего боишься! Подгребай, человек! Убью! Зовите его смелее! Анна, теперь комиссара! Пусть рыбу кормит! Пулемет не трогай! Родные мои. Голубушка, здравствуй. Семен. 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 Господи, откуда? В поселок Амурский идем, как договаривались. Спасибо. Господи, я же вас всех похоронила, братцы. Филя, Ирод, голубчик. И ты живой. Господи, как же вы меня нашли, братцы? Люди добрые подсказали. А то быть бы вам в покойничках. Степан Парамонович где? Убили Степана. Царство ему небесное. Славный был командир. А казана? Забрали. ГПУ? Нет. Сволочь одна. Как-то пронюхал про золото и взял. Он и Степана утопил. Да тут работы на раз плюн. Дырки от пуль заткнем и попробуем. Ваш благородие, за один раз все переберемся. Пойдем через поселок. Куды? На кой ляд нам поселок? Вот катер. Сядем, оттолкнемся и будем все там, на том берегу. В поселке человек, убивший вашего командира. Ой. Ежели вспоминать, кто кого убил. Вы что, не поняли? Там наша казна! Золото! А мне на это золото! А ведь ты все врешь, Анна Александровна. Нет там никакого золота. Это ты за своего мужа помстить хочешь. Ну что молчишь-то? Ну вот что. Кто идет на тот берег, отходи влево. Кто со мной за золотом, вправо. А ты чего пнем торчишь? Я-то? Филе, дай мне гранату. На том берегу она тебе не нужна, а нам сгодится. Последняя, Анна Александровна. Стерва!
Пойдем через поселок. Наши пошли. Здорово. Здорово. Здорово, ночевари. Здорово. Здорово, казаки. Весь поселок поднялся. Теперь, пока на дело не вспашем, домой не ждите. Пах, это дело серьезное. Иной день, целый год кормит. Значит так, вас только двое мужиков на весь поселок остается. Ежели что, шлите гонца. Угу. Куда прешь? Тихо, дурак! Тебя забыли спросить. Она у меня. Анна, откуда вы? Об этом потом. Бутов где? Вон. А где отец? Погиб. Ирод, возьми коня. Занять круговую оборону! Живо! Дай бинокль. Пулемет Камору! Давай, Петя. Пошевелись, чувак. Скорее, сынок. Гони! На! Ну-ну-ну. Не могла я вас оставить в Савдепии. Вот и пришла. Собирай детей, Маша, уходим за кордон. Бери самое ценное. Не пустит Бутов. Пустит. У меня против него есть заветное слово. Ну не молчи, мы же тебя видели. Слышу. Уговор, помнишь, сволочь красная? Я ухожу за кордон. Сына твоего и жену беру с собой. Если хоть один выстрел будет с берега, утоплю их в Амуре. Понял? Ну а если вернешь золото, сына оставлю на берегу. Решай, что дороже. Ладно, принесу. Принесу.
Зачем? Надо! Остальные лодки за мысом. Васек, садись с мамой. Семен. Вася! Сиди, баба, не рыпайся! Яша! Тихо! Да пусти ты! Конец твой, парнишка, не дергайся! Вася! Васенька! Сынок! Вася! Васенька! Яша! Сынок! Пулемет брось! Васютка, сюда! Сынок! Сынок! Гольду человека стрелять нельзя. Грех. Однако Гольду лодку стрелять можно. Оттолкни.
Не бойся, сынок. Я тебе в обиду не дам. Ну, смотри. Вот он наш, Амур-батюшка. Тебе беречь эту землю.